В здании диагностического центра городской клинической больницы уже собрали и установили новый маммограф. Купленный аппарат позволит обеспечить высококачественное рентгеновское изображение молочной железы. Одно из главных преимуществ оборудования – современный архив, который прилагается к маммографу. Благодаря этой функции врачи могут проследить за обследованием пациентки в различных временных промежутках. На современном аппарате также улучшено качество визуализации, что позволяет диагностировать новообразование размером от 1 до 2 мм. Сейчас результаты можно вручить женщине именно на диске. Хочу подчеркнуть, без ухудшения качества обследования. Этот диск женщина может предъявить практически в любом медицинском учреждении практически всего мира. С установкой нового оборудования появилась возможность увеличить количество исследований пациентов, их качество и, как следствие, снизить риск заболевания и сохранить здоровье женщин. Маммография является современным высокоинформативным методом диагностики рака молочной железы. За последние 10 лет в регионе отметили прогрессивный рост этой заболеваемости более чем на 20%, что вызывает тревогу врачей, поэтому предпринимаются меры по развитию профилактического направления данного заболевания. Обследования должны проходить все женщины старше 45 лет один раз в год, как минимум. К сожалению, с каждым годом все чаще выявляется новообразование. Это можно, с одной стороны, сослаться на более лучшую диагностику. Оборудование способно выявить заболевание, однако предотвратить его появление – задача исключительно пациента. Будьте внимательны к своему здоровью. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.